Солнечного настроения вам! Вы смотрите прогноз погоды, и сегодня речь пойдет о синоптической картине в Украине в четверг, 15 июня. И я, Николай Диденко, с удовольствием вам об этом расскажу. В ближайшие 24 часа дождевые облака не собираются покидать пределы нашей страны, но осадков ожидается меньше, чем в прошедшие сутки. Некоторые области смогут порадоваться и прояснением на небосводе. Средняя дневная температура воздуха в Украине в этот день 18 градусов выше 0. Теперь детальнее обо всех синоптических новостях для каждого из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 12 до 19 градусов тепла. В регионе будет наблюдаться переменная облачность. Дожди пройдут лишь в ночные часы. На юге страны термометры в течение суток покажут от 15 до 23 градусов со знаком «плюс». В первой половине дня небо над регионом будет покрыто легкими облаками. После обеда начнутся дожди, которые завершатся лишь поздно вечером. Возможно, гроза. Атмосферное давление в четверг составит 758 миллиметров ртутного столба. При этом влажность воздуха местами достигнет 80%. В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 11 и 18 градусов выше 0. Помимо переменной облачности, по всему региону прогнозируются также дожди. Ровно ночью и в Ивано-Франковске утром и днем. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 10 градусов, а максимальная дневная достигнет 17 градусов выше 0. Еще ночью небосвод в регионе затянут небольшие облака, которые принесут с собой дожди. На востоке также ожидаются осадки, но в малом количестве. Прояснений на небе прогнозируется больше, чем в прошедший день. В течение суток местные термометры покажут от 12 до 22 градусов выше 0. Погоду нашим предкам предсказывало солнце. Если вечером оно садится в облако, то следующий день выдастся ненастным и пасмурным. А если на закате можно наблюдать чистый безоблачный горизонт, день будет погожим. Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 13-14 градусов тепла, а днем прогнозируется 21-22 градуса со знаком «плюс». Наряду с переменной облачностью по всей области дождь предвещается в Луганске днем и Волчевске ночные и дневные часы. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 12-15 градусов выше 0, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 19 и 22 градусов тепла. Первая половина дня в Донецке выдастся ясной. После полудня начнется небольшой дождь. Также дождевые тучи заглянут и в ночной Мариуполь. В Днепропетровской области после полуночи ожидается плюс 13 градусов, а в дневное время от 19 до 21 градуса выше 0. Несмотря на облачность, в области осадки предвещаются только в Павлограде в обеденные часы. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 11-16 градусов тепла в Киеве предвидится пасмурный день и дождь, который завершится уже после заката. Вот и вся информация о погоде на четверг, 15 июня. Думайте только о хорошем и до встречи в нашей студии.